Здорово, здорово всем. Здравствуйте. Ребятки, что вообще происходит за периметром, потому что мы не получаем информацию извне, нас очень часто лишают интернета, но сегодня его, к сожалению, дали, или к счастью, ну, наверное, к счастью. Блядь, у нас жарко нереально. Обычные. Оп-оп, махать. Ха, все еще впереди, успеешь брить. 40. Да. Всем привет, кто смотрит. Я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас тоже. Как-то холодно. Сорока. Холодно, холодно. Передайте привет Александру Серову, если увидите его. И друзья. И друзья. Марго. Привет. И все? Мам врет. На самом деле все. Понятно, Маш. Я всех люблю. Что? Что сказать? Что-нибудь. Что сказать не надо? Повтори. Певтор этил изопропилкетон. Певтор этил изопропилкетон. У нас просто была вечеринка, и сегодня немножко синим духе. А где все? Вот такой у нас зомбопати. Все в телефонах. Здорово, здорово всем. Так, там сидит только Даня. Короче, все разбились по острову, потому что нам 2 дня не выдавали телефоны, и сегодня всех халява. Да, с Настей. Отбирай телефон, если кто-то проштрафится. Либо один. Короче, если кто-то проштрафился, нарушил одно из правил, то страдает весь коллектив. Сорока, сейчас. Сорока из Гомеля. Передайте огромнейший салам. Дань, а чем на гитаре идем играть? Или когда телефон отберу, тогда мы на гитаре будем играть. Смотри, с меня трек еще. Воу-воу-воу-воу, че Сэш творит-то? Сэш, ты че? А? Негодяй. Пару слов. Фу, это так воняет. У нас была вечеринка. Всем огромный привет. А теперь можно не отвлекать меня? Идем дальше. Дальше, больше, дальше, лучше. Самый тухлый состав острова. Ты игриц больше смотришь. Спасибо. Да это ж Йоська, вы чё? Говорю, придешь на бар? Да, да, я скоро приду. Не пропало. Все, все убрал.
Ух, ребятки, столько всего произошло за эти дни. Скоро увидите эфир, и честно, вы реально подофигеете, что здесь происходит. Сейчас, one second. Аппаратная. Аппаратная. Мы не издеваемся, у вас 20 человек, а я одна. Вопросы все. Есть? А, можно, пожалуйста, выключить свет, и я отверну камеру? Хорошо. Спасибо. Завтра 8:30 я вас позже, ребятки. Да, у нас интро, я помню. Окей. Отлично. А вот теперь всем привет. А под камерами, честно, первое время... Ну, немножко сложно, но потом привыкаешь. И очень много зависит от того, кто с тобой рядом находится. Здорово, здорово всем. Я просил, чтобы отвернули камеры и выключили свет. Дела отлично. Под камерой привыкаешь. Если это промежуток времени, дела отлично. Штрафы, если вы топите микрофон и так далее. Так, передай привет Омску. Омск, передадите. Омск передают. Фу, блин, Омск, передаю тебе огромнейший салам. Три месяца. Настя не знаю где. Где-то ходит. Бросила. Концами. Настя все бросила, она где-то ходит по острову. Йошкар Орла. Че громче салон. Йошкар Орла. Кто лучше друг на проекте? Слушайте, я со всеми хорошо общаюсь, но на проекте нельзя никому не доверять, кроме своей второй половины. Кто я по нации? У меня в роду немцы, англичане, русские, украинцы и татары. Вот. У меня там... Короче, я мультифрукт. Передаю привет в Уфу.
Нет. Витёк, да. Шикарный брось, спасибо. Я уже успел кому-нибудь позвонить, это первое. И кому не успел позвонить, сейчас посижу в эфире минут 5-10 и обзвоню всех тех людей, которые мне близки. К Безосу? Ну, я не знаю, ждет ли он приход. Просто он собирается сейчас в Москву. Я так понимаю, что у него очень много дел, которые надо решать. Я похож и на маму, и на папу, но больше на батю. Салам, салам, Кавказ. Настя? Настя, ты на острове ходит. Да, Настя? Да, у нас забирают телефоны. Короче, дело к ночи. Передают всем привет. Всем. Я на девушку похож. Почему? Честно, от островов немножко устал. Бой, как у бабы. Ясно, понятно. Короче, фигово выглядишь ты, лох. Хорошо выглядишь ты. Идор, да? Понятно, нет золотой серебряной, я вас услышал. Так, Карина Фрост. Безус, Карина Фрост тебя ждет. Жизнь после проекта вообще без понятия. У меня так до проекта была очень хорошая жизнь, которую я не ценил. Но придя на проект, я понял, что надо ценить то, что имеешь. Спасибо. Спасибо. Ценить то, что имеете. А не так, что по жизни девиз. Имея не ценим, переоплачиваем. У многих, к сожалению, это так. У нас съемки идут 24/7, у нас нет выходных, мы очень сильно устаем, очень мало спим. Вот. И если честно, через какое-то промежуток времени, там через 2-3 месяца ты выматываешь, что ты хочешь в отпуск. И, в принципе, отдохнуть от всего происходящего. Вот у нас. Нет, не тяжело. Так, ты очень красивый, кстати, поведение каблука, к сожалению. Ну, ради девушки можно иногда и пробиваться. Нет, слушайте, идти не идти, то вам решать. Вы уже по факту разберетесь, надо ли вам все это или нет. Морально и эмоционально сможете вы это вытянуть. Я верю в себя, в доллар. Ну, в Бога тоже. Нет, блин, мы еще друг друга не убили. Лобная обычно, когда как? У нас бывает даже по 3-4 лобных в день. А, Максончик, здорово. Максон Москва. Максон Москва. Очень хороший парень. Девчатки, налетайте, разбирайте. Миленыч, здорово. Я тебя потом наберу. Так, знаете что? Здравствуйте. Я без понятия, что у меня случилось с участниками. До этого было и по 300, по 400. Сейчас на данный момент, скорее всего, стоит ограничение какое-то в Инстаграме, потому что мне перестали точнее, очень медленно добавлять подписчики, и в прямых эфирах тоже участники упали. Родители никогда не лезут на личную жизнь. Да, Миленыч, я тебя наберу. Да, нашел. А, блин, братан, ты занят Викой, забыл. Угу, давай, Миленыч, сейчас наберу.
Чемодан запакован, мой рейс. Сейчас. Чемодан запакован, мой рейс на Гоа. Покидаю свой город. Всем большим пока. Да, Максанчик уже собрал чемоданы. Но без Насти уж никуда. Так. Мама что думает? Мама сказала, делай визу в Америку, в Лондон сейчас и в Америку, и занимайся делами, вкладывай себе по максимуму. Вот что мама сказала. И еще то, что девушка должна тебя поддерживать и тянуть вверх, а не вниз. Вот. Настя рядом. Ну, она в телефоне сидит. Нет, я никого не жду на приход. А мне 22. Чем занимаюсь вообще по жизни? Дело свое. Ира Пинчук, на любителя. Ну, вообще хорошая девчонка. А, Даня, он в отношениях. Брови крутые. Спасибо. Рост 179. Фолога, блин, братан. Я никогда не забуду историю. Ну, по крайней мере, я не сдох. И это хорошо. Гею, Нет. Слушайте, если брать политику, весь шоу-бизнес, то сами знаете, что к чему. Даня в отношениях. Зарплата, слушайте, после 3 месяцев. Вам выплачивают то, что тут находились, а потом уже договариваетесь по поводу зарплаты. У каждого она разная. В зависимости от того, какой вы участник. Какой вес для ручки считается большим. Смотри, какой рост. Нет, брови ни разу не красил. Безус? Ну, блин, в реальной жизни он нормальный. На камерах немножко перебарщивает. Спасибо. Ряска – это мамасита, это женщина, которая готова к семье, к серьезным отношениям, но это птичка высокого полета, которая эмоционально и морально задавит любого парня на проекте. Поэтому с ней очень многие боятся находиться и очень многие боятся к ней идти, и тем более уж строить отношения, потому что они уверены и знают, что от нее потом никуда не денешься. Я ко всем хорошо отношусь, мне вообще без разницы, я живу своей жизнью. А смысл передавать Анастасии Геннадьевне привет, если она сзади находится? Нет, никто меня не бесит. Каждый по-своему хорош, у каждого свой характер. Каждый человек здесь личность. Устрой романтик перед отъездом по красоте. Максончик, я тебя услышал. У меня все по красоте всегда, ты сам знаешь. Просто иногда это затягивается. Ты знаешь мой характер. Пинск, передаю огромнейший салам. Так, пусть Настя зайдет в эфир. Люблю ее. Слушай, скажи ей. Хорошо. Настя, зайди в эфир, тебя просит. На Барби похож. Почему? Захар, Настя будет вместе. Нет, не буду. Неважно. Это личное. Привет, привет, спасибо. Влад. Ты уверен, что ты хочешь этого? И на... Ты понял, кто тоже. Красиво, можно замуж за тебя. Спасибо. Так, жди меня на проект. Я к Безусу иду, он вообще огонь. Настя сзади.
руки и сердце Рязки. Любовь? Любовь как жизнь, то весело, то грустно. Так, нет, не покупал я еще одежду, я то, что с собой взял, то и донашиваю, потом здесь все оставлю, здесь вещи все портятся. Дорогую одежду сюда нет смысла брать, все портится из-за климата. Недолго буду, так. В людях честность, искренность, доброту, верность, поддержку. Цой, да, я раньше слушал Цоя, ДДТ, Лесоповал, романсы, короче, все, что мой батя слушал раньше. С Гриценко нормально все с ним? Нет, ни разу, никогда не красил все свое. Украина! Луганская область или Донецкая? Я даже гарно размовляю украинскую мову. Валера, хочу замуж за тебя детей. Понятно. Не хочу ничего красить, никогда не красил, не буду. Если вдруг ты узнал, что сейчас уснешь, не проснешь, что бы ты сделал в первую очередь? Я? Блин, тупой вопрос. Да, учился в МИ-22, Черниговская область. Нет, у меня не линзами свои глаза. Я не смотрел Дом 2 до того, как я сюда пришел. Вот. И об этом я очень жалею. Надо было посмотреть, что здесь вообще происходит. Чем занимаюсь вообще по жизни или на данный момент? На данный момент лежу на кровати. Да, я с ней встречаюсь. Я с Луганской области. Нет, без не курит. Только когда жестко нет, ничего не могу понять. Так. Так, Валера, это самое милое, не грусти тебе, не будет, если будет позитивно, Валера. Ну, слушайте, каждый участник по-своему хорош. Каждый участник здесь личность. Цели не было, когда я приходил на проект. На данный момент цель уйти из проекта в паре. Вот, когда я сюда шел, я, в принципе, не понимал, что здесь происходит. Род деятельности. Я куплей-продажей занимаюсь. На проект пришел с 10-го раза, болит, сказала. Так, нет, не общаюсь. Настя, передайте привет. Единственный искренний участник. Ну да, ну мою доброту, честность и искренность воспринимают за слабость здесь, увы. Отношения как отношения. Вредных привычек нет. Спасибо. Да каждый хорош по-своему. Не общается. Такая репутация из-за девушек. Меня из-за них выставляют хрен пойми кем. Здрасте, здрасте.
Нет, не переписывается, не общается. Не курит. Я из Луганской области. Давно это было. Едим все, что видим. Языков украинский, русский, английский. Мазафаки. Пиво пьем, косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Да, у нас все хорошо. Ой, я с ней давно не общался. Телефон заберут через полчаса. Витя сам ушел. Да, я правильно. Нет, не служил. Настя. Нога — это кто? Да, свои. Все свое. В конце месяца. Какое сальто, на кровати лежу. Такого цвета. Какого такого? Здорово, здорово. Окей, окей, Карина Фрост. Передам. Нет, не ревнует, у меня нет поводов. Да, ушла. Собирает. Я не ревнивый в последнее время. В скором времени я отсюда отчаливаю. Не врут. Ну, я себе уверен. Честно, все вспомнили. Ее не знаю. Нет, конечно. Мне 22. Прошу делать всегда. Я отлично. Спасибо, спасибо. Не до конца, если честно. ЕКБ, Москва. Екатеринбург, Москва. Да, я тоже рад. У Марианы тут своя сейчас история. Сторис. Настя, Настя. Настя, что там сидишь одна? Чего одна сидишь? Ко мне не хочешь? Мне постоянно подряд. И чё? Нет, не люблю Марьяну. Нет, не красил. В Красноярске что там делать? Иди ко мне. Я приход не жду. Мне 22. Марьяна, второе.
Спасибо. Мексика. Касумель, Канкун, Тулум. Ну, Ямайка еще тоже. Настя, 24. ДНР и ЛНР. Ну, слушайте, они хотят присоединиться к России. Они уже ввели свои паспорта. В скором времени, я думаю, все разрешится. Так, смотрите, характер. Так, вы с Настей очень хорошо смотритесь, но у нее такой характер, что она тебя позже будет затаптывать. Ну, это да. В Мексике самое больше мне понравилось. Мексика Канкум и Тулум и Касумель. Самое крутое. Сегодня я был. Мадрид так себе, Ямайка, Каймановы острова тоже так себе. Ларнака и Напа тоже так себе на Кипре. В Израиле Тель-Авив, Илат, Вифлеем, Иерусалим. Ну да, самое крутое в Мексике. Сегодня я был в плане туз. Не, сейчас не прощают, сейчас очень жестко по этому поводу. Не, никогда не поднимал. С Ноной нет, давно не общался. Ты долго там еще сидеть будешь? А недолго это сколько? 10 минут. Во-во-во-во-во-во-во. Даня, 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 сейчас, секундочку. За бассейном видишь, что там? А братан, я прямо вперед, я с мамой говорю. Привет, я тебя. Мам, тебе привет, но тебя не видит никто, не переживай. Нифига себе, биток. Да ты всем бухой привет, просто. Ребят. Ты просто бухой, чувак. Я трезвый. Чего? Да ты бухой в очко. Че ты врешь, маме? Че, прямой эфир, что ли? Да. Ём, 64 человека. Ребят, всем привет. Пиариться пришли. Нет, не пиарится, ребят, не пиарится. Все, братан, я сейчас с мамой договорю, потом будем. Он здесь бухает, кокс фигашит, траву. Все уронил. Дань, ты че, вынюхал здесь кокаин, выгрузился траву? Эх, ты на всех брали. Жил СД. Дань, шлюхи приехали. Проходите, шлюхи. Настя, ты чего? Ничего. Телефон сижу поставить. Какие все скучные? Все скучные. Да в прямую. Все скучные. Когда они записаны в инсте, посмотрите меня в отметках. Он недавно отвечал фотку нашу совместную. Добрый. У нас завтра интро рано. Ты в курсе? Ты меня услышала? Да. Тебе пофиг. Я помню. Понятно. Это у меня говорит, да. Так. Так, она даже сейчас тебе безразлично, сколько ее еще позовешь. Что? Она даже сейчас к тебе безразлично, а сколько ты зовешь, а ей хоть бы хны. Ну, вот так вот. У кого? У Безоса нет вредных привычек. Ну,
смысле сделанные, просто коррекция. Ряска, мамасита. Интро — это короткий видеоролик, который перед началом эфира показывают. Скра! Ууу! Ба-ба-ба-ба-ба! Эшкере! Спасибо. Настюха ушла. Ну, а Черкасск, передайте огромный салам. В скором времени. Это сука Гуч. Она круче твоей. Круче всех этих сучек. Это у меня даже не рассказываешь.